команда X, мой код 3428. Начинаем расследование по пропаже двух ученых на острове Gateway. Объект IK-15. Захожу внутрь. Особых видимых повреждений не наблюдаю. Документация, записи и исследования ученых на месте. Продолжаю обследование. Вижу небольшие повреждения на компьютерной технике. Замечен крик неизвестного происхождения. Видимо, тот самый новый вид динозавра, о котором говорили в центре. Запись передал. Продолжаю исследовать объект IK-15. Также попробую найти объект со звуком неизвестного происхождения. Материалы аппаратуры внутри ангара не повреждена. Начинаю проверять второй и третий этаж. Большие повреждения второго этажа перил. На третьем этаже обширные повреждения перил. Передаю фото и видеоматериал. Слышу повторяющийся звук нового элемента. В раздевалке ученых обширные повреждения. Также наблюдаю жидкость непонятного происхождения. Будут взяты образцы. Код 5. Подтверждаю следы борьбы. Обнаружены капли крови на стене и ранее неизвестные нам жидкость. Трупы не обнаружены, но продолжаю исследовать местность на наличие двух новых динозавров. Звуки становятся все ближе, продолжаю наблюдение. Считаю, что первой команде грозит опасность. Начинаем отход. Команда XGen2/2. Также ведем расследование на речных и болотистых местностях в поисках нового типа динозавра.